Сегодняшняя недельная глава несет очень интересный и глубокий смысл. Давайте откроем и прочитаем второзаконие 16 глава с 18 стиха. Как раз то, что Ширли пела. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным, не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе» правды, правды ищи. Цедек, цедек, тирдов. Помните, раньше, во времена прошлой жизни, был анекдот про газеты, когда в газетному киоску приходит человек. И спрашивает, ну, естественно, он газеты имел в виду. Uh, скажите, а правда есть? В ушоэл, аим яш эмет. Говорит, правды нет. Крокодил продан, есть труд за три копейки. Э, умер эмет, я эмет эн а, тан. Другой, другой журнал. Окей, okay, а та не немка, вы. не вот они переводят. Я ещё вода. Это не переводится. <laughs> Или помните, как другая была такая шутка, более международная, когда человеку говорят, вы хотите знать правду. А он отвечает, нет, спасибо, у меня своя. Мы живем в таком мире, когда, к сожалению, у каждого правда своя. אנחנו חיים לצערי בעולם שאצל כל אחד יש את האמת שלו. בגלל זה יש בעיות בממשלה, בפוליטיקה, בכל מקום. מלמדים אותנו לא לא להכאיב לאמת של האחר. כי בשביל האדם האחר זה הפרינציפ של החיים. в этой главе дает некоторые другие принципы. Она говорит, Писание говорит о правде. И почему-то Маше дает очень определенные границы этой правды. Тут стоит отметить, что в иврите употребляется слово «цедек».

Ведь мы же так хотим, чтобы к нам относились как? По справедливости. Хотя, конечно, чаще мы хотим, чтобы к нам относились по милости. Потому что наша собственная справедливость иногда, к сожалению, не достигает нужных стандартов. Вокруг чего же вращается или строится справедливость, о которой говорит Маше? Мы же понимаем, что для всего должен быть определенный стандарт для килограмма есть стандарт килограмма, для метра есть стандарт метра. А в чем стандарт справедливости? Возможно, нам бы хотелось, чтобы строились принципы справедливости вокруг нашего блага, нашего прекрасного жития. אנחנו כמובן היינו רוצים שהצדק יתבסס על איך שטוב לנו, איך שיהיה לנו טוב לחיות. Или, быть, או קשור לרכושנו הפרטי שאף אחד לא ייגע בו. אבל משום מה משה בונה את המידה הזאת מסביב משהו אחר. הוא מוציא מהגבולות אפילו חיי אדם והוא שם כמידה הכי גבוהה של צדק זה מסירות לבורא למה זה ככה אנחנו יכולים לקרוא בפרק 19 душу за душу глаз за глаз зуб за зуб руку за руку ногу за ногу нам известно 21 по и если так прочитать, то мы можем предположить, что там все ходили инвалиды первой группы. Хорошо, если на двоих два глаза наберется. Но на самом деле, конечно, нет. Но почему эти принципы нам даются здесь? Почему об этом говорит Моше? Меда не едет меда. Принцип равновесия, мера за меру. Вот определенный принцип, который закладывает Творец и который помогает нам понять устройство этого мира. И это все подводит нас к определенным вещам в будущем. Интересно, что в 20 главе, в 16-18 стихе он даже говорит о убийстве целых народов. שוסנת? שוסנת וסימנת פסוק שש עשרה שמונה עשר הוא מדבר אפילו על חיסול של עמים שלמים כאן התודעה ההומנית שלנו בכלל נמחקת איך זה יכול להיות צדק כל העמים החיתים הארמים היבוסים הם כולם ימותו איך אפשר להבין את זה И знаете, почему Господь дает эти указания? Он объясняет дальше, потому что если вы их оставите, они будут влиять на вас. И в конце концов, דבר, настройки эталонов, стандартов, вот этих весов равновесия перекосятся. И вы потеряете справедливость. Интересные слова говорит Господь, но для нас их жестко немного воспринимать. В Иоанна 18 главе. 37 стих. Пилат задает вопрос. פילטוס שואל שאלה, איתה קצר? האם אתה מלך? Отвечает, говоришь, אתה וישוע נצא. אומר, אתה אמרת. לזאת נולדתי ולזאת באתי בעולם להעיד לאמת. Всякий, истины, כל אשר הוא מן האמת ישמע בקולי. те, которые сохранили Божьи стандарты, Божьи принципы, истины, אלוהים, האמת, смогут услышать его голос. А те, которые нет, они просто промажут мимо. הם, הם, הם יחתעו, הם יחתעו Или на иврите мы называем это хет попадут мимо цели. Это похоже как радио, как вот переводческая система здесь у нас. Для... Для радио. Когда сбил канал, вроде бы приемник работает, передатчик работает, но связи между ними больше нет. И Пилат отвечает такие слова, он говорит, что есть истина. Почему Пилат задает эти вопросы? ¿лама Потому что для него, в принципе, не существовало никаких маяков, никаких стандартов истины. בשבילו, לא, לא אמת, Большинство наших сограждан сегодня легко скажут, а что такое истина? רבים מהאנשים שחיים איתנו יגידו גם, ישאלו אותו דבר, מה זה אמת? בשבילך המילים של התורה זה אמת? סבבה, לך הביתה ואל תפריע לנו לחיות. ואצלנו יהיו החוקים שלנו. אצל כל אחד האמת שלו. И знаете, что люди отвечают Пилату, когда он в следующем стихе спрашивает, кого вам отпустить? Вы помните, я люблю приводить этот пример насчет того, что Иешуа, Машех и Бараба тоже был Иешуа, его звали Иешуа. Его фамилия или кличка Бараба переводится как сын своего отца. мунах Бараба за бен То есть Пилат выходит и спрашивает их: Друзья, какое спасение, какого Иешуа вы выберете? С Пилату Иешуа тем помазанника, сына Всевышнего. Это Иешуа Машиах, бен או את ישוע בן אבא שלו. והיה נדמה שהאנשים שכן מקשיבים לגל הנכון, לתדר הנכון, יבחרו נכון. אבל כאן החסד של אלוהים מתערב. по величайшей милости Божьей и величайшей грусти для того поколения они выбирают Бараба. Свой путь, свою правду. Но вот сегодня у нас уже этот вопрос ставится иначе.

מסביבנו את המידות הגבוהות את הסטנדרטים הגבוהים של אלוהים ישוע בשם ישוע המשיח אמן, אמן.